Здравствуйте, меня зовут Терри Ливанчук. И Вадим Петрачков. И мы живем в деревне. Дело в том, что завтра у нас юбилей. Но снимаем мы сегодня, потому что завтра мне с утра надо ролик выложить. А Вадима не будет. Поэтому мы решили заготовку сделать заранее. И чтобы вы завтра посмотрели. Завтра, 25 июня, 10 лет, как мы поженились. У нас была свадьба ровно 10 лет назад. Я сегодня ночью буду искать фотографии, ставить вам там, чтобы вы посмотрели. Залезла в компьютер, по-моему, что-то там маленько что-то не хватает. Даже свадебных нет, по-моему. Да. Или есть? А у тебя есть? А в твоем компьютере сохранилось что-то? Нет, не знаю, не смотрел, но не сохранилось. Там все удаляет. Да? У нас есть бумажные виды. А, ну я могу даже так вот пофотографировать, да. Но все равно свадебные я поставлю, потому что это интересно. Вот. А, еще можно посмотреть в Одноклассниках или в ВК, да? Вот, ну ладно, я вам что-нибудь там придумаю, посмотрю. Дело в том, что у нас ранних фотографий много, ну, цифровых. А последних фотографий, вот, когда мы уже здесь в Раздольном живем, нету вообще. Потому что я стала снимать, стала вести YouTube-канал, и как-то в фотографиях потребность исчезла. И мы снимаем ролики, выкладываем их, и вам там нас видно. Поэтому, как последние мы годы живем, вы все знаете, а как жили до Раздольного, я вам все покажу. Ну и, естественно, мы принимаем ваши поздравления, будем очень рады, если вы нас поздравите, пожелаете нам самого наилучшего, ну и сами придумайте, что пожелаете. И ты что-нибудь скажешь? А, мы приготовили друг другу подарки. Вот. Вадим, что ты мне подаришь? Неси. Где-то спрятал там сюрприз. Сейчас он принесет мне сюрприз. Мы приготовили подарки друг другу. Ой, что это такое? Что это такое? Это шуруповерт. Это шуруповерт. Потому что у меня был шуруповерт Bosch. Он купленный еще до нашей свадьбы. Мой личный шуруповерт. Вадим его чуть там с аккумулятором под... Ну, ты его отремонтируешь, будешь пользоваться моим. А мне будет тогда новый. Конечно, это все заготовки. Мы все это уже давно посмотрели, посоветовались. Да, ну попыталась там непрофессионально сыграть. Ну, в общем, смотрите, какая у меня штуковинка. Аля-ля-ля-ля! Я Вадиму не дам, конечно, новый шуб. Видите? Прелесть! А цвет какой? Фиолетовый с красным. Смотрите, какой. Фирма, Вадим, что? Диолт. Недорогой, но классный, потому что он с трещотками. Вот. Да? Правильно сказала? Наоборот, без щеток. А, он без щеток. Без трещоток? Без щеток. Он без щеток. Вот. Поэтому он хороший. Да. Вадим, я тебе тоже приготовила подарок. Какой? Закрой глаза. Какая ука? Какая ука? Вот это. Вот это. Это Мишка маленький был, он спрячет две руки и говорит, акая ука, и мы теперь все шутим так. Так, ну закрой глаза. Я ее не успела. Вот, Вадим всю жизнь мечтает о лопате из нержавеющей стали. И теперь у него будет своя лопата. И он ее никогда не сломает, надеюсь. Потому что лопаты у нас ломаются, как все остальное. Как у Вадима в руках все ломается, так и лопаты ломаются. Лопаты бесконечно ломаются. Не дам. Две или три лопаты в год я покупаю. Ну, это из нержавейки. Надеюсь, это надолго, Вадим. Тебе понравилось? Надо было, чтобы еще ручка была из нержавейки. А ты бы ее тогда не поднял. Она бы была неподъемная. Понравилось. Так, понравилось. Ну, вот такие вот у нас подарочки. Все, конечно, на лайте, на юморе. Ну а вам приятного просмотра. Все? Это все? Да. Я хотел вещи сказать. Ух ты! Ну говори! Говори, говори! Да ладно, все. Как это? Говори давай! Говори! Ничего не знаю, говори. Давай, обними меня. Да ничего, конечно. Я старый солдат. Я не знаю слов любви. Но надеюсь, мы еще будем долго жить и счастливо. Не дотянуться.
Держи, держи. Thank you.
Здравствуйте, меня зовут Тыра Ливанчук. Ну чё? Вадим Петрочков. Снова. Так же меня обнимешь ласково, да? Можешь потом обрежем. Нет, оно может, знаешь, что скажу, сказать. Достигнуто максимальное количество записи. Так мы ничего не сделали-то. Было бы что сделать. Нет, мы просто... Нет, дело в том, что мы, это, мы хотели вот эту площадку-то сделать к юбилею. Да. И не успели. Ну ладно, подумаешь. Это же не главное в жизни даже. Действительно. Вся жизнь впереди. Вот именно.